На сегодняшний день в Хасавюрте проводятся огромные работы по развитию физической культуры среди подрастающего поколения. В стенах специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Спартак» состоялся турнир по вольной борьбе среди младших юношей 2004-2006 годов рождения. Более 130 участников, прибывших из населенных пунктов Дагестана, а также представители делегации Республики Якутия в составе 15 человек, продемонстрировали свои умения и навыки владения вольной борьбой. Для нашего региона это очень большой и хороший турнир. Нас очень хорошо встречают тренеры и руководство. Я благодарен спартаковской школе, тренерам, всем, кто здесь тренирует, и всем, которые здесь занимаются. Хотелось бы пожелать им удачи и дальнейшее сотрудничество нашей совместной школы. Хасавюрт – это кузница чемпионов. Данное утверждение закрепилось за городом совсем не случайно. Планку, которую задали хасавюртовские борцы – поколение золотых побед. Нужно не только поддерживать, но и развивать среди младших юношей, отметили организаторы турнира. Участниками турнира стали 9 команд с различных районов Дагестана, которые, несмотря на свой юный возраст, показали хорошие результаты, благодаря чему удалось выйти в финальный этап турнира, где вольникам предстояло показать все полученные навыки вольного стиля на высоком уровне. На протяжении 10 лет вольники Республики Якутия принимают участие на турнирах, проходящих в Хасавюрте, показывая свой профессионализм и делясь опытом работы с вольниками младших возрастов. По словам главного судьи, несмотря на достойных соперников, каждый из вольников показал свой наилучший результат. При этом подчеркнув подготовленность участников со всех районов к турниру на высшем уровне. Далее продолжив, что целью проводимых соревнований является привитие интереса молодежи к данному виду спорта. Бурлея Цамбиева, Тагип Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».